В субботу вечером жюри Каннского кинофестиваля назовет имя очередного обладателя «Золотой пальмовой ветви». В борьбу за одну из престижнейших кинопремий мира участвовали 24 фильма с 5 континентов, как от признанных режиссеров, так и от новичков в профессии. Корреспондент Евроньюс Фредерик Пансар спросил своих коллег-журналистов из разных стран, какое из фильмов они считают наиболее достойным главной награды фестиваля. «Меня очень впечатлил японский фильм «Сядь за руль моей машины» Рюсуке Хамагути по рассказу Харуки Мураками. Это его лучший фильм из всех, что я видел до сих пор. И даже если он длился целых 3 часа, я не заметил, как пролетело время. Но и «Остров Бергмана» произвел на меня впечатление. Мия Хансен-Лёве – французский режиссер, но с интернациональным духом и особой чувствительностью, что также делает ее достойной «Золотой пальмовой ветви». «Остров Бергмана» – история супружеской пары американских режиссеров Криса и Тони, которые прибыли на отдаленный романтичный шведский остров, где жил и работал один из величайших кинематографистов 20 века Ингмар Бергман. Тони намного старше своей жены, уже заявил о себе в мире кино, а Крис пытается выйти из тени своего знаменитого мужа. Какой же из фильмов впечатлил председателя жюри Спайка Ли? Спайк Ли всегда полон сюрпризов. Его собственные работы полны сюрпризов. Этот человек понимает жанры, не понимает политики, так что, скорее всего, он и выберет что-то соответствующее. Я думаю, что у ленты разделения Катрин Корсини отличные шансы, но не на золотую пальмовую ветвь, а на гран-при или что-то в этом роде. На фестивале были представлены 4 фильма режиссеров-женщин, и все они великолепны. Так что если говорить о хороших фильмах, то женщины действительно оказались на высоте. У фильма «Громко и ясно» Набиля Аюша, возможно, есть шанс. Это политический социальный фильм, который затрагивает проблемы Марокко в целом и мусульманского общества этой страны. Там много вопросов поднимается, и ношение платка, и о музыке, и пении. Особенно для женщин все это важно. Драма «Громко и ясно» Набиля Аюша – первый марокканский фильм, отобранный для участия в конкурсе на «Золотую пальмовую ветвь» с 1962 года. Он был снят в «Les Étoiles de Sidi Moumen» – культурном центре, который Аюш основал совместно с писателем и художником Махи Бинабина. В этом году в Каннах явных фаворитов нет, зато есть много фильмов, которые могут претендовать на золотую пальмовую ветвь. И мы можем быть уверены, что председатель Спайк Ли и его жюри, состоящие преимущественно из женщин, удивят нас. Они огласят свой вердикт в субботу вечером.